Всем добрый вечер. Сегодня у нас 27-е, вторник, 27 декабря. Отработала, пришла с работы. Завтра 28-е, у меня выходной. Так, пришла с работы, готовлю ужин. Здесь у меня вареники с картошкой и грибами. И тут такая зажарка. Лука нет, лук закончился, завтра в магазин пойду. Ну, пожарила остатки сала. Вареники с салом будем есть. Ну, там даже не сало, а мясо, которое на сале было. Там его что-то много было, я решила пожарить. Так. Фрукты я уже свои съела, только яблоки остались. Зеленый чай. На улице минус один. Чуть-чуть потеплело. С утра было минус пять. Посмотрим, как там на улице. Хорошо, там снежочек. Фу. Снежок. Ой, так классно. Такой снежочек хорошенький. Мокренький. Можно снеговика лепить. А я вон там вижу, на площадке дети снеговиков налепили. Штуки 3-4. Много. Ну, как хорошо на улице. Время 8 часов. Сейчас бы покушать, пойти погулять. Хорошо на улице. Просто замечательно. Сегодня весь день снег идет. Так здорово, все в снегу. Наконец-то хоть на зиму похоже. Салом. Кстати, варенички вкусные. Конечно, я не сама делала, с магазина. Там у нас еще продавались с творогом. Но я с творогом не люблю. Хотя, может быть, и ничего, стоило бы купить, попробовать. Яблоко ем. С утра шла на работу. Немножко там фотографировала. Вечером шла возле Третьяковки, елку сфоткала. Сейчас все смонтирую и выложу. Филимон, ты здесь? Лимон. Ну что ж такое? Навряд ли ты будешь сырники есть. Ой, вареники. Сырники он, может быть, и ел бы из творога. Творога нету, творога, Филь. Сейчас разложу по тарелочкам и будем есть. Вот такие тарелочки голубые. Кстати, надо сметанку достать. Я сейчас шла с работы, зашла, кое-что купила к Новому году. Вот такую большую пачку майонеза. Колбаса русская со шпиком. Ну, шпик небольшой, поменьше, чем любительской. Вот такая колбаска Верона. 600 грамм на Новый год. Я, конечно, понимаю, что пост.
Ну, я думаю, что мы много сегодня сидим. То, что останется, уберу в морозилку. Такие колечки с творогом купила. Ой, с орешками. Сметаны, 3 пачки. А сейчас будем вареньки со сметаной есть. Огурчик там есть. Можно огурчик порезать. Все. Время 8 часов почти, без 5. Сейчас положу все вареники, пойду новости смотреть, и вареники есть. Ну, почему-то фрукты всегда едим за полчаса до еды. И чай пьем, а потом уже ужинаем. Так, кефир нет. Завтра надо будет по магазину пробежаться. Хоть что-то купить, хоть пару сумок продуктов принести. Потом в четверг я работаю, в пятницу 30-го еще схожу, если что-то забуду купить. Постараюсь ничего не забыть. Филь, что ты об меня трёшься? Я даже не знаю, что тебе дать. Так. Сейчас положу себе вареничков. Чем накладывать? Так. Вот какой-то лопаткой или ложкой вот этой вот. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, где-то по 20 штук. Все, я себе положила. Сейчас сметанки положу. Танки. Можно кушать. Так, сейчас я еще огурчик достану. Ну, с огурчиком хорошо. Так, все, ребятки, я кушаю.